И новую следующую, которую ты хотел сказать, я что-то не вспомнил. Осип Мандельштам. Когда увидела, что есть запись этой песни, единственная запись, где я пою с папой. Он мне подпевает вот в Тифлисе. Я думала, не сохранилась эта запись. Очень удивилась, когда кто-то вот увидел, что нашел, и там наложили картины Тифлиса старого. В общем, приятно было очень. Осип Мандельштам. Вот. Ну что, уже даже Кападастру поставила, новых, потом гитара у тебя расстроит. Новых так много сейчас. Это хорошо. Это хорошо, да. Так. Ага, сейчас вот эту, наверное, так. Там, в далеком порту Лимассо, лежут волны прибрежный песок и прокуренный грек для проезжих гостей накрывает под деревом стол. Там, в далеком порту Лимассо, дождалась капитана Ассо. Чистит лук, заправляет томатом фасоль.
лупит в руколу крупную соль. У нее уже внуки, отекшие руки, домашний хлеб и вино. И курчава шелковица в тесном дворе, как и головы взрослых сынов. Там в далеком порту Лимассол ходит по небу мальчик босой, и лимоном луна над зеленой волной, и неспешен небесный посол. Там в далеком порту Лимассол весел Эрос Антерос Низол. Фейсбуку, потому что я очень много читаю, Вот там, да. Вот недавно, не так давно, это был год назад, со мной произошло вот такое событие из разряда чудес. У меня это довольно часто бывает. Есть такой замечательный автор Сергей Канунников, наверное, знаете, да? Замечательный, я его очень люблю. И он снял в прошлом году изумительнейший клип на песню «Кукла». Очень красивый. И мне, да, а клип, он просто, ну, такой вот, прям кино. Что случилось, Оксана? Нет, там просто... Я посмотрела под таким вот прям, с таким восторгом, и дочке младшей говорю,